Всем добрый вечер. Клуб Александр Невский. Сегодня хочу показать упражнение разминочное. Оно же разминочное, одновременно оно является специальным упражнением. Что мы отрабатываем? Мы отрабатываем броски из одноопорного положения. Одновременно готовим ноги к одноопорному положению. То бишь, встаем на одну ногу, например, у меня правая, стою на левой, да, правая маховая. И отсюда мы начинаем делать все броски, каким только можем. Подхват, вышел. Все время на опорной ноге, то есть на две ноги не становимся. Одна нога. Отсюда делаю подсечки, отсюда зацепы, отсюда зацеп. Туда подбежал, задние подножки или отхват отсюда. Вышел, вошел, подхват, вышел, вошел, подхват, вышел. Выхожу подхват, сделаю зацеп. И всевозможные варианты, все броски. Для того, чтобы было проще представлять, что вы делаете, представьте, положили любой снаряд, вот это ноги партнера. Причем поставили партнера фронтально, правостороннюю стойку, левостороннюю стойку. Вот, фронтально поставим. И уже делаем целенаправленно. И все работаем с руками, то есть ноги не просто хаотично работают, а берем захват, однопорное положение, и из одного положения начинаем конкретно на следы партнера работать. Взяли отсюда, подтащил, поставил носочки, вышел и подхват, вышел, передний подсечь, вышел, зацеп, вышел, зацеп, он ногу убрал, подхват. Дальше. Заведение вправо. Отхват. Вышел. Отсюда. Подсечки под пятку. Вышел. Зацеп изнутри. Вышел. И вот всевозможное. Работать можно там, раундами по 30 секунд, по минуте. Дольше можете, если готовы работать. И обязательно менять ноги. Поработать на правой. Поработать налево, чтобы ноги работали одинаково, чтобы в случае, когда вы начнете бороться, вам не было тяжело правую и левую сторону делать. Все делаем в две стороны. Все, спасибо, удачи.